Я нахожусь в Александр Спринг Стейт Парк. И вот тут плохо видно на картинке. Я только что заплыла вот туда. Там видно вот это голубое пятно. И там как бы сказать, что гора не гора, ну, короче говоря, дырка такая, дырка в землю уходит, каменная, метров, наверное, на 10. И там дайвер плавает. Я так испугалась, когда его увидела. Хорошо, я в очках. Что в очках, я опускаю половинку очков в воду и смотрю, как в маску. И вот получается, что где-то вот здесь получается. Ну, вот отсюда вот вода выходит. И вот она формируется, река. Вот это срез земли. И вот отсюда вот вода выходит с сильным напором. Формирует вот это озеро, возле которого я стою. И вот эту реку, по которой мы только что 11 миль, мы по ней плыли. Beneath our feet, под нашими ногами. Вот, под нашими ногами, как много воды. Healthy springs, здоровое, ну, озеро для здоровья. Ладно, you can help. Я все еще никак не доим свое яблоко, которое я начала есть еще в прошлом видео. Я только что наплавалась туда, заныривала к этому дайверу, или я напугала дайвера, или он меня напугал. Кто-то кого-то напугал. А, еще раз, я уже останавливалась на этом, еще раз покажу. Тут очень много медведей. Тут даже расположен какой-то центр научный, который изучает жизнь медведей бурых. И вот написано Bear Proof Trash Can. Это защита, bear — это медведь, proof — это защита. Защита от медведя. И вот чтобы открыть, надо вот сюда вот нажать на эту штучку, и вот так вот она тогда открывается. То есть медведь до этого не дает, чтобы лапу туда просунуть и открыть. И хухры-мухры. Вот тут что-то опять еще. Сейчас я посмотрю, что тут написано. Угу, это птички. What's under there? Ладно, я не буду сейчас читать, это все переводить. Я читать могу, но перевести сразу не могу. У меня ступор начинается, у меня проблема. Ой, как ветер по воде красиво несет все. Ой, боже, как здорово. Сейчас, наверное, дождик будет. Все-таки собирается дождик. Сейчас мимо нас пролетает последний ураган. Ой, какой. Вон как много песка поднял ветер. Этот ураган идет по центру, ну, не под, мимо побережья Флориды, но туда, далеко в океане. И все равно одним крылом нас цепляет. Ну, ураган не ураган, тропический шторм, но, возможно, он перерастет даже в ураган. Это место называется Александр Спрингс, как я уже сказала. Меня муж сюда пытался, вернее, обещал мне вывезти меня сюда несколько раз, как только мы сюда приехали, и мы так ни разу сюда не выезжали. Потому что мы находили, там рядом с нами есть тоже такие интересные места. Вакаева Спрингс. У меня оттуда много Викеева. У меня много оттуда видео тоже. Тоже из-под земли бьет источник. Потом Рок Спрингс. Келли Парк. Это поближе к дому, 20 миль. А сюда, конечно, надо ехать 60 миль. Далековато. Я сюда полтора часа сегодня ехала. А тут песочек. Не знаю, ли он завозной, или он природный. Ну, вот там в воде, вот это где голубое пятно, там тоже все в песке. Скорее всего, что это все натуральный песок. И вот, коль я уже пошла, вот сейчас остановлюсь на еще раз на этом, на аллигаторах. Мы сегодня по этой реке 7 миль прошли и видели аллигатора, большого аллигатора. У меня там на видео, я сюда прилеплю ссылочку на это видео. Вот, скуба-дайвер. Хорошо, что я говорю, хорошо, что я в очках. Если бы я была без очков, конечно, я бы там уписилась, бы укакалась, что-то подо мной шевелится. Его же не видно. Там же глубоко. Я когда посмотрела, смотрю, ласты весь в черном одет. Вон от него эти бульки идут по воде. Вот это где голубое место. Получается срез такой, как будто кто-то взял вот так вот и срезал кусок земли. И такая стена стоит. Стена каменная стоит метров 10, наверное, высотой.
И вот такой резкий под угол срез. Я не знаю, я, может быть, возьму камеру сейчас эту. Она у меня подводная, но я ей не доверяю. Она у меня уже, которая по счету. Я с ними иду под воду, и они пропускают воду. И как бы не приходится потом их менять. Попробую. Может быть, я сейчас ее просто положу в пакетик в полиэтиленовый и поплыву туда с пакетом. Дождик вроде как начинается. Все. Все, пока. Поплыла. Пока.